Мост на реке Вылыскую автодороги Том-Керки подрядчик возвел в рекордные сроки всего за 2 недели. Секрет такой скорости в технологии: при строительстве было использовано 36-метровых бетонных плит, которые стали платформой для береговых опор, железных труб диаметром почти в 1,5 метра. Длина получившейся конструкции составила 14 метров, ширина 6. Кстати, средства на возведение были выделены по линии МЧС. Данное направление считается единственным наземным направлением, соединяющим жителей села Том с Большой землей. В прошлом году взамен разрушенного был обустроен временный мост, подъезд к которому снова подмыло этой весной половодьем.